Еще погнали туда, да? Или тут будем? Все, Лимон, командуй. Все, дайте буквально 30 секунд. Камни, выходите на Сумон. Да, Сумоньте пока я донатил. Дискорд какой-то другой, чтобы это самое. А что, у меня есть админка. Я сюда приглашусь. Приглашай. Видите, ты... Давай... А, ну все, ладно. Я понял, что-то хотел сказать, Роме, но уже поздно. Ну, ладно, чё. Всех суманул, кто не принял АФК, значит. Егор, башку что-то? Я каски раздал уже. Мои кулаки. А чё не дома сидим? Да не знаю. Какая разница здесь? Блин, что-то это, гонул уже, блин. Так, чё тут? Каски есть? Аура. Вот такую. Честно, давай, заходи к нам. Сама что-то не шумонит. Честно, здесь. Аура третья твоя. Танчит Ауди? Я и Ауди, да. Так, ШП. Ходите в тонах. Дайте каски, кулаки, пожалуйста, паладины. Вы писать, если что, будете или нет? Кого делать? Писать. Видите? Кого писать? Ну да. Ну я всегда пишу. А, надо будет, чтобы выложили тогда и перед этим, перед РТ, чтобы все посмотрели видео, хотя бы минимально понимали, куда они. Так, все здесь. Так, все здесь, отлично, всем привет. Давайте баф, каст, кресты, кулаки, кому очень раз. Честер, кресты, я кулаки, ауди каски. У паладина 70 тысяч, блин. Да вообще. Вот жирный какой стал. Чек на пол, это гасим трэш. Без рыбы, а с рыбы рыба бассейн. Погнали, чулам подтянется. Три техни сагри, правых. Егор, не здесь, а ты не знаешь, что это, короче, щит не сбивает как-то в полном плане, только так точно. А, мышь 3 хила, правильно? Чё у меня за лаги жёсткие? Ребята, я вешу. У меня повис клиент. О, разлагало. У меня, знаете, какая есть идея бахнуть палок. Он может просто раскидать, я могу раскидать прот, каски, а честно крести кулаки. Или кулаки просто она себе крест. Да хотя и так нет.
говорят, ребятки. Да вы что творите-то? Я там предлагался накинул к вам. Телефон, когда тело, можно заходить в него, да. Эй, командиры там. Командир, как убьете, сразу гвардейцы сагрите справа и введите их в кучу. А чё, вообще, я так сижу, думаю, короче, это профитно собирать РС-очку, 500 ЕП. Нахрен на АТК, да? 20 ЕП за босса. Мучится 5 часов, блядь, за 120 ЕП. Сколько там, блядь, есть. Ребят, давайте на замены кого-то поставим, чтобы было культурно. Причем, нам пока не нужно замены. Если нужно будет, то я прошу. Ну а к остальным людям? Ну, что говоришь? Ну смотри, сейчас реально получается такая ситуация, что ну, вы собрали чисто свои, ну грубо говоря, тех, которые пришли. Я понимаю, да, правда, что это, грубо говоря, костяк, в котором вы уверены, и те, кто знают, что делать. Слышишь, наверное, абсолютно. Вот. Ну, блин, понимаешь, вот врываться костяком и добирать по чуть-чуть. Оставшиеся, но немножко тоже такое. Что? Мы не ну, плохо, мы плохо поступаем. Плохо поступаем, что мы своим костяком сыграли, что. То есть, с твоих слов получается, мы кидаем других и даже не даем им ЕП. А за что им давать ЕП, если они тут сидят на замене? Это трутни, которые просто приходят на замену получить ЕП. Ни за что. Я не хочу давать ИП таким людям. Вот он на грей даже не попадет. Попадет, получит, не попадет, не получит. Вроде все просто. Сорян, что мову тебя забирал, я забыл, что ты маме тоже не видение. В пользу такой. Такого подбора, ну это не оправдание, а скорее причина. У меня перс одвинутый. Мне гораздо интереснее с людьми, которых я убью, который босс с первых. А потом, когда мне будет перс, я возьму всех, кто пожелает всех. Это тоже будет плохо? Такая схема или как? Ну, просто потом получится так, что меньше людей будут знать, что я бы наоборот десятку повел бы лучше тех, кто реально не знает, что делать. Да десятки намного перс. Сложнее, чем 25. Да, есть еще один персонаж. Еще один персонаж есть у тебя? Думаю, у вас многих у два перса. Мешает вам поставить еще войт, вам выкидывает видео. Ты уже не первый раз с нами. Собирай второй рейд. Веди людей. Одевай, в чем проблема? У вас же не один РЛД. Я лично никакой проблемы не имею. Что у нас с тобой случилось? Компьютер? Не знаю. У него бывает, вылетает. Если что, вот кандидат на замену, пожалуйста. А, Владжидан, что с тобой? Я не знаю, что это за чувак. А, ну,
Блин, я... Ситуация, когда конкретно вот... Смотри, еще волшебный поток бьет, МКС. Прикольно. Я тебе даже больше скажу, Лосьдорам, я считаю, что так и должны собираться, которые хотят проноситься на фон. Не потому, что кому-то что-то нужно, босс или лос, а собирать из того, исходя из того, сколько мы принесем таким рейдом. Вот и все. А потом, когда рейд одет, будет тянуть по ДПС, ХПС, можно брать одного-двух вагонов. Почему нет? Первый рейд, который идет ЦСК, ВРС, должен быть самый сильный. Самые рукастые люди там должны. Вагоны во вторую очередь. Егор, кинь каску поварам, а? Это касты им бей. О, праведника. Этого. Правосудие. Волшебный поток, что там еще бьет. Второй еще будет кастовать, черепок. Он кастует волну. Кастанул. Не сбивается касты. Сбивает паладину, молот правосудия. 6-секундный стан сбивает. Расовая эльфа, волшебный поток. Только что сбил 3 касты подряд. Потоком 2, молотком 1, пока вы там командиры бьете. Что значит не сбивается? Пробуйте какие-то расы, попробуйте там друиды, не знаю. Вот щит мстителя сбил. Раз сейчас я кинул. Старый зуботычный могут дать. Не убивается. Не убивается? Ну, начнем работать. Проверяйте, что работает. Там горит. Черепку будет сбивать. Черепок не успеет. Я только вот ожог могу сбить. Вот видишь, я сбил только что волну платья. Он просили. Слав, а вы не хотите потом твином или чем-то провести вторую десятку из хотя бы того, что есть, чтобы людям показать? А мне нет, у меня один первый. Маг докачаю, карту возьму четвертую, там смогу со второй лик пойти. Пока вот, исходя из того, что у меня один план. Я на СЛК-25 повесил, когда на одного профа только ничего не забрал. На СЛК-10 повесил, когда на два босса тоже ничего не забрал. Я, пожалуй, буду рейды собирать такие, чтобы они реально выносили все, что можно по максимуму. Ну, как-то так. Что, давайте болтары бить, Егор, первый, а второй. Дайте кулак еще поваром. Сейчас. Что-то. Я даю кулаки. А, все, ладно. Все, танки по готовности пуляйте. Точнее, танк. Перед мордом стоим. Бьем в жопу. Thank you.
Егор, поддерживайся на себе щит, пожалуйста. Спасибо. Не умничай. Чё, я вижу, что не тебя, я сказал, что не трэш. Можно вопрос? Честер... Не сейчас. И остальные не должны набрать рейндж? Нужны. На ослабляющем прижигании набираем рейндж 8 метров друг от друга. И мансуем, пока не попадет. Дебаф. Уменьшает стаки. Вот сейчас на бойсе 26 стаков. Чем больше стаков, тем больше урона летит потом. То есть там два дебафа. Один кидается, если вы не в рейндже, и второй на... нужен тогда, когда спадет тот, который рейнджовый, и можно бить после. Вон, что, не хочешь, значит? Копию вторую я буду вот здесь вот танчить. Но тут надо будет стоять, мелики. Так что смотрите, не попади. Можно просьба комментировать все максимально, чтобы люди слышали и в записи было слышно, чтобы... Ну тут половина так все знает. Ну, сейчас большинство стоит кучками и не отходит на стаках. Когда будет 25-ка, это будет жить. Вот прижигание достаточно раньше нам. Копию забираю. Тебе уйдите отсюда. Все, бейте левую цель. Чудоном меня. Можно, кстати, любую бить. Ну, чтобы мелики не бегали. Бьют одну. Тут на копиях работает замедление правосудия справедливости. Метки. ШП такой. Здесь нормально стоишь, ШП, не мансу. Там рейндж 8 метров. Я вижу, он стоит на дереве, за корнем. Чай город развернет, когда я все, кому квест надо сдать, наверное, идите под дерево, давайте нападение, берите на халю, если кому-то надо. Потом все сдадут. Так, прижим дракона, тут три метки будут, метки выносятся влево-вправо от рейда, вот с этих вот этих центральных. Горен, Егор, НТ. Мана надо. Берите ману, подтверждайте, когда готовы. Сейчас вон Ага подходит, пробафайте его. Да, Ага, пробафните. Сова, да? Да. Там у нас РК или где? Да нет, не в РК, потому что не давал. Ну сейчас дадим РК ему. Пришли в рейд, зашли в РК. Сразу запоминайте правило такое. Это не касается каких-нибудь донных рейдов, типа арки, да, там, ОС, 10-25, если это не на отчет. Там, где реально ничего не нужно говорить.
Все, что ЛК касается, будьте добры. Вы не забудьте, все стоим вот перед вами цветы, вот этот вот маленький кусочек, вот прям в цветах все стоите, все хилы, ну, все... Твори булочку, пожалуйста. Твори нам ясно. Все готовы. Вот, кому столик, там, набирайте штрудели, Егор, пуляй, пуляйте штрудели, бьем. Только правильно отменю, то что-то ротация сюда. ТТД, даю подсказку, если танк вот так держит босса, то прохилит нужно будет берса, ни ханта нет. Вот, хильте, хильте себе. Смотрите, РДД, маги, кресты, совы, для вас лайфхак, можно вот здесь стоять. Видите, где одна мне метка. И бить босса отсюда, когда он улетает, не теряем ДПС таким образом. Так что, у кого руки растут, правильного места, можете там. Сове помогу. Сове, да. Вот эти метки. Я раньше только одну не бил. Я говорю, сова. Понятно. А грас тифон не шарят. Метки, когда вы носите, из рейтинга набрать раньше еще друг от друга. Потому что метки дамажат соседей. Раньше 10 метров. Давай не тратить. Егор, если сакра есть, дай мне. Давал уже совет. Сакра, сакра, а не сакра. Сейчас бы ее. А я в КД. Ты у сакру капельку что ли? Нет, сакра это священная жертва. Капелька это капля. Священная жертва, блядь. Ну да, сакра. А, тьфу ебать, понял. Она не поможет здесь. Да, я прошлое вроде забрал урок. О, метки, три метки. Из рейда я друг от друга рен. Агра, Честер, Лэйсдэн. Играем шкрести квадрат. Вот, вот так правильно стоять. Бабланул, упал. Ну а шо делать два хила? И два хила в метке. Ёмостный, прикольно. Выходы руки. Сту надо в гибнах почитать. Всем привет. Привет, Белочка. Сейчас ТЛК пойдем после. Какое? Доносить. Мы сейчас РС-ку убиваем. Крешим людей. У меня глаз задергался. Не, нормально. Слоня, смотри, Лима, что мне оставалось делать? Два хила в метке? А нет, нормально. А бабл не скидывается, да, часто? Ну, скидывается, я скидывается, конечно. Совершенно правильно сделал. Вот, набрал рейндж, дал бабл. Надо спикнуть шамана в ДД. На этого босса, наверное. Ну, давай, давай, давай. Давай, честно. Некого хилить особо. Спекайся туда, да, что надо. Чё, бат, еще раз? Спекайся, блин. Блин, спекайся на этом больше. Просто дамаг надо. Бафните друид. Карту крест, пристабав лапу. Каску друида. Залейте и на сразу шаману. Меня слышно плохо? Так Ауди ничего не говорит. Ты, кстати, можешь добавить меня в Форде, мой микрофон усилить. Ну, для себя чисто. Я ничего не говорю. Че, Егор сам потанчит, кстати, баллы ему скинет. Все готовы. Честно, турбо, блядь, дома. Здравствуйте, дайте магам. Так, кто на боссе-то? Егор? Да. Ну, погромче делали мне. Еще раз чек. Гуляй.
еще какой-нибудь эфир дай на аудио. Ох, блин, Егор, покнук. Чего? Ну, себя-то неплохо. Бэр, не надо, ого. Что происходит? Антифир, да? Вот мне дал антифир на танк. Чё, Бэр ждать? Я не хочу Бэр отрабатывать. Дети там. Ну, уходите. Три, ты минус три уже. Ну, так-то надо, просто не будет. Ну, не знаю. Давайте бить так, БР потратить. На будущее, ребят, не надо БР тратить, если сам Брэл не сказал БР, что их не упасть, чем упасть. Туда пока бей. Егор, как ты можешь каски кинь по вару? Да дело, блядь, не в каске. Дело, блядь, в том, что у нас ни роги, ни ханта для напула нет. Ваются сразу, не дав 2 секунды, я ж паладин. Я ж не ДК, ёбаный. 2 секунды дайте 3 кнопки нажать. Согласен, Павлу нужно настакать хотя бы 3 штучки этого порчи. Чёрн ко мне бежит. Фир, чё? Он там ещё на лобби сорвал. Шипен, да, да, он кефир. Красава. Эрдур, помогай, братан. Давай, давай, подхили тоже. Подхиливай. Ферните трэш свой. Просто ферните его. ШП, блядь, подойди к лимону, дай фи. Уже меня фернул. Ладно, бейте босса, сколько там еще? 15%. ТЗ-шку отдал. Гимн на ману сыграй. Кто тебе будет гимн на ману-то? Нет, лежит, что все равно нет. Это не убиваем босса в сервис, поднимаем шипы на ту сторону, портал ко входу. Первая пати свет, вторая пати тьма, откройте рейд, посмотрите кто где. По заходам Егор танчит тьму, заходит в тьму первый он, потом говорит игрока, когда всем остальным заходить. Сначала заходят хилы, потом ДД. Видели, что хилы зашли, нажали портал. Давай, давай. Проверяйте бафы, бафы ты пристал заново. Я в хила, да? А, да, ты в хила, ты сон вдвоем будешь хилить. Я вот не помню просто... Тифон, ты был, нет, в РФ-ке? То есть про метки помнишь, да, как выносить? По тьме, внизу, когда... А, ну, что-то... Короче, ставлю метки на руме. Будете ориентироваться мелики хилы по этой метке. Соответственно, если метка побежала, драгоны начали крутить, вы держитесь мет. В реале, ну кто у нас в реале будет бить? Честер. ШП или маг? Нет, Метала. Чтобы ориентироваться, куда вставать. На честер метку поставить. Не надо на мне метки. Ты, не, ты все равно близко не будешь стоять. Пешка разрушить. Здесь. Отлично. Егор, ты лезешь, когда будешь танчить, догонять или ты перегонять будешь? Он, ну, блядь, скорее всего, он будет догонять. Чтобы я не попал в шарики, в лезвие. Нет, если я понял. Если ты помнишь, как стоять надо, я чё могу? Нет, просто ты будешь как бежать? Догонять или убегать от лезвия? По часовой. Вопрос понятен. Первая пати свет, вторая пати тьма. Когда заходите, я скажу, все готовы, танк пуляет. Рыбу-то не поели, куда пулять-то? Я сказал вам, ешьте рыбу. Егор, дай каску пополам, пожалуйста. И кулак дайте поварам. Все,
Все готовы. Егор, ждем. Я стреляю. Кулак дайте. Я дал кулак только что. Нет у меня кулака. Так, есть. Блядь. Теперь есть. Все. Пуляй. Или пуляй. Пуляй, пуляй, да. Тебя ждем только. Метку заносим за спину и чуть в сторону хода. Потом возвращаемся к рейду, через который уже перебежал. Агрос следим. Совет сальву. Побежали. Входим. Смотрим, куда лужа. Отлично. Что-то метки не было первой, да? Забагалось на что-то. И у меня как нет. Меток нету, что за борода? Вот. Агро. Турбой сюда или сальвов? Честер, дай сальвов. Я отдал. Еще один резер будет. Тут я тоже отдавал сальвов. Бежим, смотрим, куда выход тут. Уже кабрейт, нет мзда. Ага, побежали. Тяночки бежит Честер. Давай переводим. Или остались яички. Вон там сумраки по ассисти, по метке. Тебе печен. Вот, могу хорошо видеть. Давайте быстрее, один метеор. Отлично. Так, Егор заходит. Захотай, друид, захотай, захотай. Там зашел. Заходите, все заходите. Роми, не сорви, Роми. Роми, постой, покури. Метка ШП. Сюда спину рейду, так не успела вернуть. Лезвие. Багнемся. Чё, двое сорвали или чё? Нет, в лезвие двое. В лезвие срезало троих. Стоим, летим. Свет, зайдите, в тьму умрите. Что-то почему-то странно. Я смотрю 4 секунды, перебегаю, и тут же лезвие. Может быть, переделали это таймер? Может быть. Сейчас Егор приспособится. А что, Егор? Егор не умер в лезвие. Не умер, значит, другие неправильно стояли. Вставать нужно слева от дракона. Роме, по тебе. Да я понял, просто я говорю, по таймеру смотрел и убегал от него, а попало, то получается... Ты смотри за шариками, не за таймер. Давай так, чтобы не оказаться между двумя шариками. Давайте фулл баф. Давайте фулл баф быстрее. Едим рыбу. Значит, этот. Честер, возьми себе в таргет сову. Лимон, возьми себе в таргет мага. Давайте, блядь, с пула и сальву, ну и нахуй. Окей, моя сова. Я еще, блядь, в 10 окон на пианино танчу. Все готовы. Пуляй по готовности. Зайдите как в круг за линией. Плохо поставил. Метка. Западает таймер. Метка. Корм хвоста. Смотри, сам там. Снижу, побежали.
тоже вместилище. Опа, минус. Кончились копии, да? Агра, БР не надо. Друль, агра, БР не надо. Бегу, метеор, когда упадет, бафнет его. Метеор скоро. Да ничего. Так, жаль. Каску там можно магу дать, пока бежит. Лезу этот лучше смотрю, куда. Отлично. Переходим, смотрим лужи, куда там танк заходит. Ходи, говори, когда заходит. Заходи. Заходим. Врывайтесь по ДПС. Блять, он криво стоит. Стойте, я его разведал. Я его поровнее поставлю. Перебегаем, перебегаем налево. На, метка. Сам себя диспелишь. Снятие проклятия. Рули тоже сами себя диспелят. Кресты тоже. Рост будет, нет? Нет, не будет. Попозже. Влач дана на метка. Да я ж сам себя снял. Как у меня? А, агро сорвали шнур. Ой, блядь. Ложимся, сошли честно. Давай, может, я пытаюсь. У тебя есть ретр? Да нет, там не одеты. Погоди. Нет у меня ретри. Да не в этом дело, не в, ред, не в танке дело. Тут, блин, мака рвет агро очень сильно. Раз агро, до второго агро, третье, блин. Мах, прожми инвиз. У тебя же есть стоковый. Он был уже мак. Инвиз. Да, блин. Он не... Он ротацию не соблюдает, танк паладин. Я, конечно, извиняюсь, что я тыкаю на это, но ты реально пропускаешь 2-3 секунды, у тебя из-за этого агро не растет. Посмотри на Оумен, если у тебя он стоит. Когда ты не делаешь удар, у меня агро в 3 раза больше прибавляется. Ну это так, для справки тебе. На классике бы тебя давно бы уже бы кикнули бы с гильдии за такие дела. Для справки, блять, в рейды ходят. Они в 3 паладина, в 2 вара. Да ну ничего страшного, я. Какая разница, хоть так. В чё ходим. Так, ладно, давайте. Я могу просто не бить, вообще стопать, но, блин. Мы убьем его? Убьем. Ну ладно, окей. У вас ДПС больше, чем нужно. И нам пулы не отсереди. Чё вы хотите? И танчит не ДК. Сейчас тоже сразу не бейте, дайте раз, два, три, четыре, пять, а потом... Дай. Ну, ебать, лимон, ну что это? Обе. Эзо, ухи, пожалуйста, активацию год. Твоя долбежка, смотри, рейд, слышно, перебежали. Если не отключишь, я тебе сам отключу. Лужа.
меня пошукаешь. Егор скоро. Побежали. В уши смотрю. Нет, как будет. Ладно. Честер. Отходим, 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 падает говно. Танк заходит, говорит нам, когда ходить. Заходим. Заходите. Метки выносим за спину рейда. Если от лезвия, то от лезвия. Айрон, дамте метку, чтобы какой-то ориентир был. Включайся так, чтобы не попасть в лезвие. Пожарание скифон. Смещайтесь, двигайтесь, блядь. Быстрее двигайтесь еще. Лезвие. Вот, нет. Скоро лезвие, выбирайте позицию. 2 секунды до лезвия. Смещайте, двигайтесь. Кифон нет, его... от лезвия. Они еще движутся, надо убегать от них. Скажите по процентам. Сейчас 8. Ну, бейте по коровью метку, еще одно лезвие будет. Сейчас оставь лучше здесь. Здесь правее. Только появишься под драконом. Тоже ранее, прист метка. Лезвие, секунда. Крутитесь. 50%. Выходите в портал под жопой босса, первая группа. Выходите, вторая. Выходите в портал. Первая группа. Тихон вышел. К Честеру вставайте, бегите. Перебегаем в другую сторону. Сова. В другую сторону перебегите. Да, туда и бьем, я все слышу. Метки выносим за спину рейд. Диспел приставь. 26, 3, сейчас не твёрд. И там сумерки сами крутитесь. Метка лучше дома. 30, 40. Перебежали, перебежали реал быстрее, не твёрд. Морин лучше подорьётся. Чуть стоп не терял, стопните, стоп, метку вынеси. Честер, метку вынеси, я прожму. Отлично. Рано диспелил, ШП уйди отсюда. Там постой лучше, да, не ерда, лучше там стоит. И бежишь потом. Бьемся, бей. Ой, ШП не бегали, а вот правильно там. Да поднимите аудио на фулл ХП, пожалуйста. Агра, метка. Метеор передвигай. Сова, стой. Стой, пока не иди. Да, вот теперь беги. О, молодец. Погнул дубовой жопой побежать. Это не герой.
Спел. Бьем обе реальности. Обе реальности бьем. Шаман, дай рот во тьме. Заранее скифон. Не, все, сундук. Вы уже куда там? Давайте вот так верну. Вы нас сисовали. Не успела я. Топнуть чуть сумму. Бейте обе реальности. И не разлей сова. Цвету честно. Ауди, захильте на пул хп, пожалуйста. Встаем в сову, в реальность. Сейчас метеор будет выносить сова метку. Хвост правильный, там некуда выносить. Возвращаешься через хвост, остальные перебегают. Не надо никуда перебегать. Дыхание не болит. Вернись, вернись ко всем. Я отвернул, чтобы не дыхнул. Все, давайте. Еще одни лезвие. Персат минут. Честер выноси. Дай рот, я прожму. Шаман, рот. Я звоню только там. Тифон вышел. Тифон, метка. Лезвие у вас будет. Лезвие. Давайте быстрее, 30. Не перебежали. От секунд верта. Роми вышли? Нет. Лимон, готовь бабу. Бабла нет, не КД. Еще минуту с чем. Честер, значит. Честер готовит бабу. Берста 5. Быстрее бей. Наверное, нажать даже не знаю. Перса пошла. Нажми Bubble Town. Понятно. Не понял вообще. Зачем вы тьму стопаете? У вас наверху дамага много. Не надо тьму. Стою. Все, блядь, потравить идеально, никто не сдох. ТПС не хватило буквально. Давайте этот... Лимон, давай я приколю тебя. Давай. Чисто вопрос на интеллект паладина, блядь. Что лучше? Рост на второй фазе, когда будут бить 8 человек? Или на третьей, когда будет, блядь, 2 хила, 1 танк и 2 дамагера? Нахуй двум дамагерам рост. Может лучше на второй фазе? Я же то же самое спросил, я согласен с ним. Я же то же самое спросил, зачем в одном измерении рост? Мы в прошлый раз так убили, слышишь? Да, мы убивали на второй фазе. Да, это тоже хорошая тактика. Мы оставили рост, чтобы в случае чего перекос ликвидировать. Давайте сейчас сундуки просто ходить. Перекос не ликвидируется ростом. Никак. Материальность меняется каждые 5 секунд. Все, там в сумраке заходите, ставите, даете геру. Давайте так. Вот, возможно, не хватило этого. Давай. Будем выискивать лучшую тактику. Не удержит. Но это уже... Я тоже хочу. Вот это лимон слух, да. Прочитай. Подруг, ничего, это не сами могут прочитать. Если 40 стопов, мы 60 бьем. Не наоборот, если 40 бьем, то в тьме 60 стопов. Вот это чтобы все знали. У меня есть предложение. Я знаю, что в этой ситуации очень часто... сейчас, подождите, очень часто делают как? Да, у нас есть мили, есть ДДРДД. Очень часто делают немного по-другому. Не делают так, что чисто идут с одной стороны РДД, с другой стороны мили. Если более-менее все нормально, адекватно, правильно вращаются и перебегают через метеор, то делят паки по ДПСу, то есть берут фактически топ ДД 1 в одну паки, топ ДД, топ 2 ДД, вот по принципу кусания, как делается на игре, ДДшников делят на две паки, чтобы не надо было, не было такого сильного перекоса в стопании ДД. Слушай, у нас нормально, Войт, Роме, ДПС, да хуйня это все, у тебя компенсируется тьма, то что там
Пропадаешь. Это если мы сейчас на второй фазе реально хорошо зальем. Ну, давайте посмотрим, не проблема. Сейчас дадите сумрак, дадите целопал на грибь, стаков набрать, потом дадите Геру. Егор, когда командуешь. Все, пуляет в готовности. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Талю, могу совет дайте. Честно, совет дай. Метка. Егор, побежали. Вот если бы у тебя был ТТВ, ты бы дал МК совет, она бы еще больше бы твоей задавала. И ты. Агра. Ну, ты ворш. Нормально. На свой дом синхронно так отошли надо. Бежали. Перебежали. Метку сейчас. Отбегаем от метеора, отбегаем. Горы заходят, говорит, когда заходить остальное. Если посмеете. Заходим. Прикольно. Ладно, могу потом поднимать, когда выйдешь на третий фазу. Я тебе сделаю. Чё, Геру дашь ты, наверное? Рост, давайте, только за агрост идите. Вынеси метку, да, и Герка. Смещаемся, смещаемся, уходите. Блять, вовремя. ЧП нет. ЧП вынеси. Скажите, когда психодин. Я же его. Да я их выставил нормально после первого. Главное, что я проявляю. Честно, ты точно с той стороны стоишь? Что тут? Сколько процентов? Он наш зашла. Ты на себя подтянешь? Вот метка. Лезвие 2 секунды. Остерегайтесь, 4 минуты. Нет, телефон. И телефон. Выходим к порту, который... Агра, ой, не ходи. Агра, когда выйдешь, поверни штангу трубой. Не беги под мост. Ребят, проценты. Ах, вставай.
Честер. Дай ему крест. Метка турбой. Сумрики сами там будут. Лезвие 2 секунды. Ребята, материальность нормально. Кому? Метка, магра. Спел. Я не доволен. Успел. Ничего. Осторожно. Глуш. Хочу страхил. Высота 2 минуты. 30%. Нормально все. Прожми. Нечем пока. Укрыли наш. Рано диспелить и салат. Тогда, когда бежишь через лагерь, не будет дубовый уклад. Всегда. Теор. Где Метеор? Бегите. Теор, Метеор. Выбираем в себе. Всю силу. Шипомет. Разбужим. Успел. Честно, БЗ и следующей перебежки дам, если на пёр будет ходить. КД на БЗ. Так, как будет капать, попрошу. Будет нет. Лезвие. Метеор здесь. Что имеет? В сторону хвоста выноси, в сторону хвоста выноси поздно. 20% у нас во тьме, блин. Топнет чуть-чуть свет. Нормально. Все нормально выросло. Меняется, кстати, глав. 13%. 30-35. Агрометка. Все максимально ДПС все давайте за материальность. Бейте. Быстрее, похуй материально. От метеора перебежали и стали бить ШП. З отдал. Бейте быстрее. 5 секунд. Берса. 4. Чего не хватает Егорна, как считаешь? ДПС не хватает. ДПС не хватает. Маг упал, 600 тысяч добил бы этих. Стоп, даже если маг упал. Маг упал в свету, и во это тьме. Не решило бы проблемы. Во тьме. Если бы он упал. Мы во тьме перевели его. Да. Во тьме быстрее. Да. Вот тебе и потеря. Остаемся. Летим. Да, давайте вы одного ДПСера во тьму. Без разницы, где ДПСеры находятся. Просто свет тогда не будет стопать вообще. Там свет так почти не стопал. Честер, тело потеряй где-то. Честер. Тело покидай, Честер. Честер. Давайте в кучу бафов. Как вы хотели. Рыба стоит. Жмем да, когда готово пулять.
чтобы это пулять доходит до меня. Блин, пока честер ману то. Все, пуляй. Скользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть. Отдал сальвус. Могу. Давай сади. Метку за спину в сторону пуста. Метки нету. Тут метеор, значит, сразу зашли чуть-чуть. А, все, можно взять. Прибавляется метка первая нам, да. Нам на руку. Вторая фаза заходит там, говорит, куда в остальном заходить. Нет, просто заходите. Заходите, налагает там. Метка на роме стоит. Вот такую поставлю. На перепешку попала метка агра. Смещаемся, смещаемся. Ходим. Держи. Запоминайте, где вставай, там одна и та же позиция. Метка агра. Вот лезвий. Напоминаю, на лезвие носить не за спину, а от лезвия, убегая от лезвия наискосок. У вас не срезало. И перед лезвием тоже. Все остальные за спину бегают. Знаете вам, где вам может быть не получится. Нет кадра. Это можно завтра на рейд отнести. Гер, давали сумочки, что забыл про меня? ЧП вынеси. Метка долго не стоит, и чем дольше стоит, тем больше лучше. Больше дамаг. 1%. 1% сейчас. Выходим в портал после метки, который поджег. Метка ШП, носи вот портала в стороне дисплей. ШП, давай. Ходи, Честер. Ох, валите отсюда. ШП в другой портал пройдет. Честер, у меня ревность там. Давай, не понимаю. Стали, стоим, перебегаем, иначе. Сифон, поможет. Нет, король. Агра нет. Диспел. Свет стопнули. Надо стопнуть. 30, 40. Чтобы бейте полную силу. Не метеор уже.
Пошукай, бегом. Вы уже куда-то в рейд там. Нет, сова. Чуть-чуть. Остался. Следующую метку постараюсь вынести туда вот в арт. Не под морду. У меня его вот нет. Что реал бывает? Верса 3 минуты. Ты продадим на ману, а потом. Честер. Давай, уходи, на БЗ есть. Метеор. Осторожно, смотри, куда лужа льется. На флаг. Он вынес. Лезвие у вас скоро. Через секунду. Давайте, вкладывайтесь в хвост. Честер, сакра 20. Хорошо. Шукай место. Проми выжил. Правильно, точку там пройдет. Да, 20%, алло! Ребят, тихо. ЧП убьет себя. Отсекай что-то. Бей, 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 бей. Кроме. Перса 2 минуты. Диспел надо. Лучше не ходи. 20% мой ребят. Реал. Реал в топ чуть-чуть. Сова ШП прекратит атаки. Начинаем бить реально. Трей, бегом, бегом, 10%. 15%. Тифон нет. Побьем все. ШП. Сам тебя, ШП. Спрыгнулся там прям, ШП. Так, тьма отошла от босса. Дальше. Отошли чуть подальше от босса. Сейчас лезвие кривое будет. Ты его просто на себя повели и все. Ой. Убивает. ДПС хватает, берсами на это 4%, без паники, ребят. Играем спокойно. Не умираем. Круг лут стоит, едем по спецу. Соответственно, отказываем не вашего класса на спец. От того, что вам пока не всех драться ачивает. Ну, слышим тебе. Отлично, как это. О, смотри, на РГД такая лут, какой вообще огонь. Могу в ШП, берите лут. Если вам не надо, поделитесь с собой шаманом. Всем спасибо. Лут сегодня и... слишком перекат меткости получается. Это... Плач, дуран. Начислишь всем, кто в рейде 500 ЕП. Туда секунду не вливайте. Вливайте с рейда, подождите начисление ЕП, потом можете вливать. Всем спасибо. Просто смысл надо было. Тьму не стопать вообще. Даже к 7. Мы в реале только один раз топнули на 20, когда Егор сказал. Нет, вот я тебе говорю. Там, нам короче, нам... смотри, там, проще говоря, нужно стопать не на 40, 60, а на 30, 70 или... Да, я прав. На 40 можно бить. То есть больше этот разброс делать. Просто в условиях, когда в одном свету, в одной материальности меняется, дамаг уменьшается у людей, то в другой увеличивается. То есть, соответственно, их дамаг... увеличивается, и они прожимают его обратно. Так, секунду, поправка. Я не знаю, как правильно начислить тем именно, кому в рейде. Я знаю, Открываешь как лучше, что начислить. Открываешь ПГП, нажимаешь массовое начисление. Поправочка, я сделал. Выбираешь родину святилища, ЕП 500, начислить. Начислиться всем, кто был в рейде. Всем не начислиться. Если у тебя давай РЛ, там дайте ассист, лучше донат. Вот, да, ассистент, то есть начислить. Секунду. И все, открываешь ИПГП, массовое начисление, выбираешь причину, цифру ставишь 500, нажимаешь массовое начисление. Или точнее, как повторяющийся, не повторяющийся, нет, правильно? Нет, не надо, просто начислить нажимаешь. Не, меня ОКМ буквально 5-7 минут. А за десятку 500 немного разве? Написано же вот вроде, открываем наш чат, вот чат открой, смотри. Раз действует, ну, за убийство Хамелеона. Это с Артемом было согласовано или нет? Увы. Я сколько уже, что-то порешали по ПРС? Ну, как я понимаю, он в понедельник должен подойти только.
Смотри, делаешь скрин рейда, начинаешь 500, потом этим людям просто вручную можешь не маханнуть, если вы что-то другое не, решали. Вот не, они ничего не решали, начисляй 100 и хорош. Нет, 100 мало, давайте 200. 100, конечно, хотя бы 300, ёпки. Чё, мы за это сидели полтора часа? Хотя бы 300, если не 500. Давайте. Всё, давайте. И в целка собираемся. Всё, всем спасибо, можно ливать. Давай собирай.